Русские географические названия. История открытий. Часть первая. История Отечественного флота отмечена выдающимися походами в разные районы мира, кругосветными плаваниями моряков, а также дальними путешествиями и научными экспедициями российских исследователей. Не случайно в топонимике многочисленных географических объектов во всех частях света закреплены имена русских покорителей морских и океанских просторов, отважных первооткрывателей. Первые русские топонимы на мировой карте были связаны с экспедицией Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского 1803-1806 годов, именно после того, как корабли вошли в Океанию. Океания простирается от Юго-Восточной Азии до побережья Южной Америки и занимает около 30% площади на мировой карте. Исторически Океанию поделили на три региона – Микронезию, Меланезию и Полинезию, что соответствует и этнографическим различиям каждого. Первая отечественная кругосветная экспедиция начала свой путь из Кронштадта и вошла в южную часть Тихого океана, миновав Южную Америку. Там были сделаны первые открытия в акватории Гавайских островов Лисянским. Обнаружены и нанесены на карты риф Нева, риф Крузенштерна и остров Лисянского. С выходом кораблей экспедиции в Тихий океан русское изучение Океании, которое до этого было умозрительным, обрело материальность непосредственного контакта с океанийскими островами и их народами. Дружественный характер общения с островитянами позволил провести многочисленные исследования. Вклад экспедиции Крузенштерна и Лисянского в географическую науку нельзя переоценить. Отечественные моряки уточнили карту мира, пополнили ее новыми островами и сняли со старых карт отмеченные там, но несуществующие земли. Собранные материалы были положены в основу атласа Южных морей, самого точного картографического источника своего времени. Русскому слою географических названий принадлежит особое место. Русские топонимы не отражают захвата островных территорий на разноязычной карте. Они не являются и следами колониализма, а являются собой свидетельство подлинного научного изучения мира, в результате чего появились точные карты. В наши дни на электронной карте, размещенной на сайте фонда имени Миклуха Маклая, представлены 129 русских географических названий в Океании, нанесенных на основе географического газетира, опубликованного в 10 главе издания «Российское цивилизационное наследие. Русские топонимы в южной части Тихого океана. 2021 год». Авторами Еленой Говор, Австралийский национальный университет, и Николаем Миклухом Аклаем, Институт востоковедения Российской академии наук. Ссылка на виртуальную карту в описании.